Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Ай Второй Надежда. И сегодня неожиданная тема, но под некоторыми видео иногда просят, да, посмотрите, что обо мне скажет его окружение, да, что скажут там его друзья, его родные. Здесь вы можете загадать сами. Да, это его родные или это его друзья. Я все-таки делаю упор на его друзей, тех людей, с которыми он может советоваться, с теми людьми, с которыми он может что-то серьезно обсудить. Но вы смотрите по своей ситуации. Я, конечно, не думаю, что у кого-то нету прям совсем друзей, да, из мужчин, там какие-то товарищи, там коллеги. Вот. Но, тем не менее, вы смотрите, как я уже сказала, по своему загадному человеку. И мы посмотрим, да, что они ему сказали. Если вы с этими друзьями знакомы, не знакомы, что они ему сказали бы. Потому что второму мы можем прогнозировать события, моделируя их сами. Ну, я думаю, те, кто работают с Таро, знают. Вот, те, кто не знают, да, это так. Мы можем задавать вопросы, а если будет так, да, то что будет? А если я сделаю так, то что будет? Точно так же и в ситуациях, когда мы хотим посмотреть чье-то мнение, да, а что обо мне скажет этот человек, если он меня там увидит, да, там, или узнает обо мне. Вот поэтому такой расклад. Будет сегодня расклад небольшой, вот, мы посмотрим просто самое важное, да, какие-то основные аспекты. Таро, колесо года, и до того момента, как я сделаю сигнификацию, вы, пожалуйста, поставьте на паузу и напишите добрый комментарий, пожалуйста, для канала, для того, чтобы он развивался. И, конечно же, не забывайте поставить лайк. А я начинаю. Итак, что происходит между вами в отношениях на данный момент? Но, кстати, вы вполне можете быть его супругой, да, ваш супруг, что вы могли, пусть даже неофициально оформленные отношения, вы могли вместе проживать. Но, по большому счету, это та пара, которая встретилась там не просто, чтобы какое-то время провести вместе и разбежаться, да, найти своего мужчину там, а он свою там настоящую женщину. Здесь та пара, которая в принципе могла создать семью, императоры и императрица, они здесь легли рядом. Так что, мои хорошие, здесь, если не получилось, то здесь нужно хорошо вам подумать, да, что было не так в вас, что было не так в нем, какие основные проблемы, которые вас развели, или основные препятствия. Здесь все должно было получиться. Все очень-очень даже хорошо. Но если вы были с семьей, то, в принципе, свою миссию друг для друга, которую вы должны были выполнить, вы ее выполнили. Здесь у женщины главная претензия, что здесь все получается на ее плечах. Там первое приди, первое напиши, там первое помирись, там первое попроси прощения. И, конечно, когда ты понимаешь, что все в одни ворота, все только на твоих плечах, конечно, никогда не понравится, да? Ты меня люби, а я буду твоей любимкой. Вот здесь вот такая вот, вот такая позиция. А мужчина здесь практически, ну, если так вот посмотреть, он находится в свободном поиске. Даже если этот мужчина, да, глубины души женатый человек, у него нету такого состояния, что все, это та женщина, с которой я буду жить там до седых волос там и до последнего своего дня. Нет, у этого мужчины четко стоит, что в моей жизни может все повернуться в любой момент, и та женщина, с которой я сейчас нахожусь, эта женщина может в моей жизни быть не последняя, да, вот такой, да, вполне себе может быть семейный человек, но тем не менее для общение с другими женщинами, он открыт. Ну, видимо, как многие мужчины, которые очень полигамные. Ну, вот здесь вот мы видим полигамного такого товарища. Вмешательство третьих лиц здесь есть. В любом случае это любовные треугольники, там любовные четырехугольники, это родственники, которые постоянно лезут, там это друзья, это советы со стороны, потому что то, что вас развело, точнее, кто вас развел, да, это другие люди. Они поспособствовали тому, чтобы между вами здесь случился разлад. Много тайн, много вранья,
много закулисных игр, много того, что вы даже не знаете, да, что про вас говорили, кому про вас говорили, что обсуждали. Вот. И здесь вполне, что вам одну информацию, другим людям другую, и наоборот, да, вот для каждого своя собственная сказочка, и да, вот ничего ты с этим не поделаешь. Хотя все должно, видите, все должно было получиться очень-очень хорошо. Вот с этими людьми, самое главное, да, которая проблема здесь, с этими людьми не смогли повзаимодействовать таким образом, чтобы они в жизнь вашу не вмешивались, да, или не смог здесь мужчина, может быть, женщина здесь определиться, кто ему в этой жизни дороже, да, с кем ему по пути. Ну и, конечно, когда есть вмешательство третьих лиц, вот, зачастую, да, из нежелания бороться, из нежелания отстаивать свою личную жизнь, вот так вот и получается, да. И, конечно, стыдно рассказать, вот, от чего тайны, да, вот, там стыдно рассказать, неудобно рассказать, или если я сейчас расскажу, все закончится гораздо раньше, нежели я сам того желаю. Вот пока вот на данный момент вот те проблемы, которые я вижу, вот они здесь таковы. Ну и полигамность, да, здесь мужчина, да, она здесь тоже имеет место быть. Ну давайте теперь его друзья. Что они ему сказали о вас? Или что они ему сказали бы о вас, узнав, кто вы, что вы, какой вы человек, какая вы личность, какая вы женщина. Что они ему сказали или сказали? Ну, во-первых, они ему сказали, да, что по тебе определенно видно, что ты влюблен. Да, там похорошел, посвежел, там морщинки расплавились, ну, может быть, и расплавились. Глазки заблестели, он рядом с вами преобразился. И это незамеченным, мои хорошие, здесь не было. А, стал более веселый, стал более какой-то такой, ну, не знаю, вот фантазийный, что если раньше его мнение спрашивали, оно какое-то было такое поверхностное, то тут он мог вот, вот в красках что-то рассказать, что-то объяснить. Влюбленный мужчина, ровно как и влюбленная женщина, это всегда видно за версту, и это видно со стороны. То есть то, что вы кардинально здесь на него повлияли в тот момент, в который он с вами встретился, и то, что это никак не прошло мимо его даже внешних изменений, это точно факт, что ему сказали, что ты влюбился, по тебе это сразу видно. Ну, девочки, он не просто здесь влюбился. Вот смотрите, вот до вас вот здесь такое, ну, не обижайтесь, но какое-то такое жалкое зрелище было. Да, вот рисуется такой вот, что может сутулиться, что голова там наклонена вниз, что вот постоянно такой какой-то взгляд такой потухший, что человек в этой жизни вот просто как-то шел и бах, встретил вас. Преобразился сразу же, потому что мы здесь видим, да, здесь вот олень. У меня девочки-шутницы, и периодически у меня вот в цитатнике, да, вот пополняются выражения такими словами, как «олень Делон». Ну вот про вот эту карту мы точно так же можем сказать. Вот крылья девочки он рядом с вами расправил. И действительно, здесь разительные такие перемены, которые с ним случились, был одним, и зрелище было действительно вот довольно-таки жалкое и резко поменялся. Причем здесь его увидели таким не только друзья, но и родные, и близкие. То есть здесь вплоть до того, что вопросы, а что такое произошло, там, что у тебя там случилось хорошего, потому что не заметить такие изменения просто невозможно. Стал следить за собой, стал больше ухаживать, стал преображаться. Только с другой стороны, почему здесь рога, да, ну, я думаю, это больше вопросы к вам, да, может быть, вы его козлом рогатым называете, или козлом безрогим, да, ну, вот здесь вот олень у нас. Сказали, что стал более скрытный,
Более скрытный. Не говорил он про вас много чего того, что, наверное, может быть, следовало, да? Не делился своими эмоциями. Но то, что уже определенное мнение о вас, даже если они вас не видели, здесь уже сразу, что этот человек на тебя повлиял очень положительно. Ты преобразился, ты стал другим, хотя более какой-то задумчивый. Может даже быть так, что этот мужчина боялся какого-то соперничества и не хотел показывать вас своим друзьям, да, что раз он так преобразился, у них уже включился повышенный интерес, а что же там за женщина, да, а если женщина очень хорошенькая, такая прихорошенькая собой, то, конечно, не хотелось бы почувствовать себя, особенно рядом с более там лучшими друзьями, да, там более там физически развитыми, там более там на внешность там брутальные и симпатичные, не хотелось себя чувствовать лузером. Вот поэтому то, что он как-то вас информацию о вас оберегал там и охранял, здесь определенно факт, что не особо-то был разговорчивый. Ну вот посмотрите, да, вот здесь какие карты. Здесь влюбленный, влюбленный, влюбленный олень здесь у нас. Ну и, конечно, даже если вас друзья не видели, а просто слышали, они для себя сложили портрет, что вы очень прекрасная женщина, прекрасная душой, прекрасная внешне. Но не может, да, какая-то там невзрачная, там серенькая женщина сделать из мужчины то, что умудрились сделать вы. Он с вами, девочки, расцвел. И это невооруженным глазом видно, да, там из горбленного такого вот особо невыразительного мужчины, вот просто здесь вот солнце такое, да, вот он рядом с вами был в самой лучшей своей форме, независимо сколько ему лет, вот поверьте, он даже в молодости не был таким каким-то вот притягательным, да, не был таким, не побоюсь этого слова, красивым, чем в тот момент, когда он оказался рядом с вами. Может быть, конечно, вы в него и денег вложили, да, там заставили его там постричься, там и следить за своей прической, там заставили его поменять гардероб, там денег дали, подарили ему что-то, потому что здесь вот прям вот такой вот лощеный мужчина, который резко, как вот Феникс, да, вот восстал из пепла, вот, и стал гораздо более лучшей версией себя, нежели до того. Так, ну, а теперь именно о вас. Что они сказали бы? Что вы гостеприимная, что вы человек, который может организовывать праздники, хорошее настроение, что на него вы повлияли очень-очень хорошо. В прямом смысле, что держись за нее. Девочки, вот смотрите, держись за нее, борись за нее, потому что рядом с ней другой мужчина, оказаться рядом с ней другой мужчина был бы просто счастлив. Она не только на тебя может повлиять, она может повлиять на таких мужчин, как ты. Опять же, здесь предупреждение. Следи внимательно, уведут. Да, ты можешь себе нажить соперников. Ну, смотрите, здесь хорошие здесь друзья. Ну, такие, которые реально, видя, как поменялся их близкий человек, и понимая, что это благодаря какой-то конкретной женщине, что держись, да, здесь держись. Но он же, видите, вот опять же здесь особо про вас-то не готов был рассказывать. Они видели, что он пребывает в хорошем настроении, что о, внешний вид, как я уже говорила, уже в очередной, в 150-й раз, но, мои хорошие, не обижайтесь, потому что здесь перемены разительные, вот, и просто вот такое преображение, вот, до и после. Когда с вами был какой-то там конфликт, да, или в ссоре, сразу видно была его снова разительная перемена, вот в виде мрачности. Вот не зря на заставку я выбрала карту пятерка пентаклей, потому что мне показалось, что здесь мужчина уже сидит вот под грибочком какой-то, да, здесь настроение дурное, ничего не получается, потери. Они это тоже видели, то есть им не надо было спрашивать там, как у вас дела, там, что между вами происходит, потому что по внешнему виду сразу было понятно, что он с вами здесь может быть в ссоре. Вообще здесь что сказали бы девочки, его друзья? Вот видя такие перемены, я думаю, вы тоже, да, там, ваша знакомая там, или ваш знакомый, зная ее человеком или его определенного
образа, и видя, как человек раскрылся, как человек вот буквально на глазах похорошел, помолодел, и зная, что появилась пара, с которой, что когда все хорошо, он летает на крыльях, если какая-то размолвка, ссора, все, он мрачнее тучи, то, конечно, любой бы нормальный человек, и вы сказали, что не теряй этого человека, да, будь рядом с ним, там, не обижай этого человека. Вот в этой, вот в этом раскладе вот все об этом. И, конечно, здесь друзья, да, они ему даже и позавидовали. Вот почему здесь даже такой вот страх, да, что он может соперников себе в их даже лице обрести. И, конечно, здесь с прицелом на то, что это тот человек, с которым ты можешь найти свое счастье, вот, и семейное счастье в том числе. Сугубо положительный расклад, если мы смотрим на друзей. Вот. Ну, а здесь как сложилось, мои хорошие, так сложилось. Если здесь вас интересует ваша личная жизнь, мои хорошие, вот здесь вот я делала для вас расклад по вашей личной жизни, просят. Знаю, что такие расклады просят часто, но не часто их смотрят, несмотря на то, что говорят, что мы хотим личную жизнь, личную жизнь, личную жизнь. Пожалуйста, делаю. Вот не самый популярный расклад, но когда вы просите, я в любом случае сделаю. Знаю, что его посмотрят не то количество зрителей, которые мне хотелось бы. Но, мои хорошие, тем не менее, кому важно, я вот для вас сделала. Вот, пожалуйста, личная жизнь, ближайшее будущее. Даже, мои хорошие, если вы не ждете принца на белом коне, то концовка будет не ваша. Вот, ну, посмотрите середину. Потому что часто подсказки, советы какие-то, инсайты. Из таких раскладов мы всегда получаем. Ну и не забывайте лайки, комментарии, поддержку канала. И большое спасибо за донаты. Мне всегда неловко, неудобно, но я понимаю, ну, принимать, да, чью-то финансовую помощь. Ну, мои хорошие, вы просто невероятные. Всего-всего вам самого наилучшего. Также всего самого наилучшего тем, кто лайками и комментариями поддерживает мой канал. Все. Закрываю свой рот. Я с вами. До встречи в новых видео. Пока-пока.